Ребят, всем привет, вы на канале Фитигор БС. И хоть этот канал начал свое существование не так давно, но я уже успел накопить сундуки с моими коллегами. И сегодня мы будем открывать 114 маленьких сундуков, 9 больших. И если получится, еще откроем мегабокс, либо купим скинчик. Если получится накопить 80 гемов, может Брока, может кого-то другого. Но мы посмотрим. Да, ребят. Ну и если вам понравится такое видео, то поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео по игре Brawl Stars. Ну а мы переходим к открытию. Так, давайте первый. Давайте на камень, ножницы, бумага, кто первый откроет. Ладно, давайте. Уефа. Я выиграла, я первый открываю. Так, отлично. Так, первый сундук. Блин, кома. Да. Так, открываем мы по очереди. Да, и помедленнее, чтобы, так сказать, пробить удовольствие. Так, давайте сразу. Можно выбить две пассивки на Брока. И самое желанное для нас это он. Сэнди. Сэнди или Кроу. Ну, лучше Сэнди для нас, потому что мы решили больше играть в командные режимы, то есть в Brawl Ball. Ну ладно, поехали. Кейс, бит и... Ну, кстати, тик-тик, это неплохо. Всегда могли играть. Пока падают места. Тикеты, что не является нашим приоритетом. Так, ладно, да. Нужно... Так, если выпадает какой-то боец, то сразу же мы прекращаем открытие. Да, потому что смысла от этого уже нету. Потому что, ну, две леги за видео, при том кейсов довольно-таки мало, если честно. Это ничего не даст. Пока что мы не выиграли ни гема. Вот в прямом значении этого слова, ни гема. Так. Пока просто, просто улетают, да. Ну, вот мы уже накопили 8 диктов. Тоже неплохо, но... Да, открываем дальше. О, первая тричи. Так, ладно, ребят, давайте сейчас будем дальше открывать. Я не знаю даже, как это комментировать. Да, довольно завораживающе. Ого! Посыпало! Дождь из гема. Еще. Нормас, поехала. Так, поехали дальше. Блин, улетает просто сюда. Да, так жалко. Столько копили и... И все. Так. Ой, о. О, щелочки. Да, гемы. Ну, всегда неплохо. 84. В прошлый раз нам тоже сыпало гемов, а потом уже выпало. Так, ладно, пока не радует нас. Данное открытие. Да. 80 сундуков осталось, мы открыли 40, нет, ну, 30, не 40, 30, да, 30 сундуков. Сундуков. Это довольно-таки много, но все равно обидно, как они улетают. Ничего себе, сколько гемов? 5 гемов есть. Еще 5 гемов? Еще 5 гемов, нормас. 10 гемов за... За 2 сундука, нормально. За 2, 2 гемчика, четко, уже под кодом. Так. Ой. Даже пассивки не пойду, понимаете? Даже пассивки. Но спайка сыпет, ну тоже неплохо. Он у нас маленькой силы, поэтому прокачаем его, может он станет сильнее. О, пассивка! Опа! 4 ракеты! Четвертая ракета. Да, 4 ракеты, по-моему, давайте это хорошая 5. Пассивочка. Дайте, давайте скринчик. О, кстати, я вловил. Довольно редкое событие. Пассивка. Тоже неплохо, всегда все пригодится. Так, давайте, ладно, поехали дальше. Еще давайте, стойте, давайте сейчас посмотрим. Что, открываем этот ящичек и смотрим шанс на выпадение легендарки. Ну, плохо, что все-таки. Ой, не туда зашел. Ой, какой он мизерный. Ну как мизерный, кстати, неплохой довольно. Какой неплохой. Но, правда, вот у нас где тут Star Power? Процент. Процент это довольно... А, ну это же... Кстати, нам должен из больших еще вторая пассивочка выпасть. Поэтому... Смотри, как... Капец. Ноль. Я думаю, так, стандартный. Так, что было очень быстро. Да, это... Ай, блин, как они улетучиваются, как же это...
Ну и практически половина, точнее уже больше половины улетела. Тики ты. Я же говорю, гема падает, значит выпадет и персик. Ой, не персик. О, три гемы. Ну что, вот должно выпасть 12. Я хочу, чтобы выпало 12. Ну! Если это было близко. Да, это было 58 гемов, чуваки. Такими темпами реально дойдем до мегабокс. Уже 1600. Я думаю, если завтра будет пассивка на Брока, мы ее купим, чтобы увеличить шанс на лейбу. Так, а не падает. Еще три гемчика. Отлично. 50 сундуков. Кстати, хочешь занятный факт? Если еще чуть-чуть подкопим, будет 79. И мы сможем купить довольно-таки неплохой скин на Брок. Как раз пассивка еще выпала. Ну, мы подумаем, куда удалить данное количество гемов. Тут у нас нечего. Опа, давай стойте, сразу же прокачиваем спайка. Ой, давай его на это, на главный экран поставим. Да, выбери его. Так, давайте даже за скином, чтобы было... Чтобы, так сказать, уже аура пошла. На левую. Так, 44 маленьких, ай-яй-яй. Надо выбить обязательно еще пассивку, потому что... Ну, потому что так я хочу. Да, блин. А, тикет, ну хоть бы гему давали, что ли, чтобы мы хоть как-то Я вот заметил, что на тару практически в каждом тире выпадает что-то. Ой. Да почему же гемы не падают вообще? Да, они хоть гемчики хоть. А так только, блин, никому не нужны очки силы. Уже тики ты не даешь, лобы. О, уже 20-ку накопили. Вы прикиньте, сколько можно заработать кейсов. Штук. Сколько? 5. Спасибо, тики. Это ж так щедро. И очень много. Ой, 20-ка. Последняя 20-очка. Ой. Ёкай, что-то просто улетели. Просто всё. Ну, еще не все. Так, алло, где мои гемы? 61. Давай! Ну, блин, почему выпадают долбаные тики? Бомбит! Так, последняя 20. Да ну тики-то стало сыпать, конечно, это приятно всегда. Вот, давайте еще скачнем. Сейчас открываем сундучок этот. И качаем сейчас гемы. Мы заем, играем довольно-таки много, потому что нам понравился этот у нас уже 2000 коин. Блин. Вот где пассивка, где? Я думаю, если бы она тут была, можно бы ее было забить. Так, ладно. Так. Страшно. Да ну что так? Почему тики ты? У меня реально нет слов, одни тики. Зато 30 голды. Опа. Опа, Мариарти. Сразу прокачиваем. Ну, силы очень так неплохо. Кстати, зря мы потратили. Там уже я думаю, что мы накопим. Ой, так, десятка, мое любимое число. Давай. Спасибо. Да ну, что, почему тики ты? Ну, зачем они? 32, у нас было 0 на открытии. Ну, спасибо, блин. Спасибо, Supercell. Со 114 сундуков одна пассивка? Понятно. Я думаю, давайте сейчас посмотрим шанс. Может, он как-то уже изменился. Было 0.02. Ой, да блин, что тут... 0.03! Да, блин, ну это все равно не очень высоко. У нас еще большие... Давайте, а вот последний. Вот, прикиньте, с последнего. Ничего, спасибо, просто. Спасибо. Так, давайте, открываем большие... Каждому по 3. Да. Ничего. Спасибо. Раз, два. Два. Спасибо. Так, хотя бы так. Ну и последний. Все, последний Ванин сундук за сегодня нам приносит 8 гемов. Круто, ого. Круто. 13 гемов дали. Давай. Ой, пожалуйста, еще 5 я вас гемов. Молю. Чего еще не надо от меня, это бесит. Ну, последний. Давай. Это
это крафт. Так, ну и последние три сундука. Хоть, блин, ему дайте. Удвоители, что? Нам так. Даже на скин не хватает на мегабокс. Два гема. И что с этим делать, ребят? Да, мы больше ожидали от этого открытия. Ну, давай проверять пассивку на Брока. Все уже. Ладно, ребят. Давайте сейчас хотя бы просто сыграем за Брока, потому что, блин, так обидно. Да. Долго копили. Да, и ничего. Абсолютно ничего. Так, ну я не думаю, что пассивка может как-то. Ну, хотя бы 4. Да, есть еще хуже, это же огонек. Ну, не знаю. Пассивка как. Ой-ой-ой. Да что ты пристала ко мне? Отходи. Ну, конечно, 4 ракеты это очень много. Это же одна из новых пассивок. Как сказать новых? Ну, это... Как же обидно. Шмаляй. Блин, не, я не могу. Да. Еще и, блин, понимаете, как назов 2 гема не хватило. 2. Лови. Там без шансов. Ну ладно, я думаю, на этом можно заканчивать видео. Настроения просто нету, потому что просто 121 сундук и ровно ничего. Только пассивка. Ну, ребят, я даже не знаю, что сказать на этот повод. Надо подлатать удачу. Ну, такой шанс был очень мизерный. 0-2. Там как бы чтобы выпало что-то, это ну, было просто... Я не думаю, что... Кстати, он вообще практически не изменился после этих 9. Точнее, он вообще не изменился после 9 боксов больших. Это вообще капец. Ну, ребят, если честно, я очень разочарован. Еще 2 месяца копить. Да, и что делать? Что делать? Заканчивать это видео, потому что вы были на канале Петь Егор БС. Если вам понравилось это видео, подпишись на канал, поставь лайк и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить следующее открытие, с которого нам опять ничего не выпадет. Ну, стандарт. Возможно. Ну, ребят, если... Пожалуйста, поддержите нас лайками. Жалко, что нельзя... Залечите наши раны. Да, пожалуйста. Ну, с вами был канал Петегор БС. До скорых встреч. Пока.